Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем выживать в мире Римворлда с дополнением Аномалия. В прошлой серии мы пережили лютое нападение взгляда крадов в бешеном количестве, 50 с лишним штук. Кое-что поизучали из аномальных территорий, технологий, да, собственно, как изолировать этих самых тварей. У нас теперь есть панельки, есть кое-какое оборудование, которое усиливает их арест, вот. К нам пришел муж Хоэш внезапно, появился в нашем поселении, где что был раньше, мог бы стать главой нашей церкви, точнее нашей идеологии, но теперь, увы, у нас уже есть другой на эту должность. И пришли три временных поселенца, которые, в общем-то, попросили на 10 дней у нас убежище. Кстати, им тут, в общем-то, достаточно хорошо, может быть, кто-нибудь и останется. Я вот хочу, чтобы у нас остался джампер, да. Нет, не джампер, подожди. А, да, это Курт у нас, да, ремесленник. Ну, в принципе, тогда как бы похрен. Захотят остаться, пусть остаются, не захотят, пусть идут. Вот, да, ну, джампер, да, сам такой. Растеневод, животноводство, это, как говорится, всегда полезно. Ну и, собственно, да, надо двигаться дальше, исследовать там это понятно, строить тоже. Что, собственно, делать дальше? Ну, во-первых, есть много чего надо делать. Надо расширять гидропонику, надо делать покрытие везде и всюду. Аккумуляторы можно настроить. Но первым делом я все-таки хочу разобраться с киллбоксом. Да, все-таки надо сделать новый киллбокс. Это мелочь, здесь не развернешься. Хочу его сделать вот здесь. И вот здесь надо сначала вот эту вот хреновину сломать. Для этого надо кого-то, так сказать, с оружием. Изготавливают каменные блоки. Подожди, с блоками. Давай, иди сюда. Расстреляй из пулемета эту древний участок трубопровода. Так, давайте скорость прибавим, а то они еле ползут. Вот, надеюсь, Кассандра даст мне время немножко отдохнуть, расслабиться после того, что было. Потому что было очень жестко. Фактически всю серию мы потратили на то, чтобы отбиться от этого нападения. Точнее, это целой серии нападений. Сколько там было? 3 или 4 подряд. И это было жестко. Вот. Так, перетаскивают это все дело. Да, достаточно у меня блоков. Давайте потихонечку планировать. Собственно. То есть где-то как-то вот так. Вот, да. Должен быть у нас киллбокс. Может быть, ага, а здесь у нас, блин, долбанные поверхности. Ну, как-то и не сильно, как говорится, большая разница тогда получается. С тем, что уже есть. Ну, не вообще так большая, да. Ладно, хорошо. Я просто думал полностью перекрыть, но полностью перекрыть не получится. А это почему не получится? Получится. Почему не получится, когда получится? Давай сделаем вот так. Это мы уберем. Двери из песчаника, допустим, у нас будет где-нибудь вход. Ну, где вход будет? Вход будет здесь. Здесь мы немножко, так сказать, оставим. Заходите, как говорится, проходите. А, подожди. Да, ну фигня так получается. Ладно, тогда здесь убираем. Здесь можно будет... Просто здесь так удачно можно было разрезать это все. То есть у нас вот эта часть получается полностью отрезанная от всего остального. А так не получится, да? Ну ладно. Хорошо. Допустим. Делаем... Тут, наверное, даже много-то и не надо. Вот как-то так. И этого будет, в принципе, достаточно. А зачем здесь это надо? Здесь это не надо. Единственное... Блин. Выход сбоку. Ну, пусть будет выход сбоку, да.
Как-то так. Сейчас я это дело накромсаю на двери. Ага. Здесь тоже нафиг не надо. Хотя, может, и надо. Ладно, так. Здесь у нас будет часть интересная, потому что здесь будут у нас турельки. Турельки. Мне пластали, нет. Ага, разогнался, турельки у него будут. Не, ну поставить, разметить, конечно, можно. Допустим, подожди, так. И как-то здесь так пулеметики, да, допустим. А как здесь тогда поставить стены? Так, чтобы они не перекрывались. Никак. Да, не до конца я продумал, сорян. Да, наверное, как-то так. Вполне вероятно, допускаю, что получится херня. Но так уж и быть, да. Это надо убрать здесь дверку. Тем не менее, пусть будет так. Вот эту стену мы уберем потом. Может быть, даже чуть-чуть подвинем назад. В общем, смысл тут в том, чтобы можно было пройти и зарядить их все. Здесь обычные пулеметы поставим. Но тут вот, как говорится, вопрос, куда они отсюда пойдут, да? То есть вперед сюда или все-таки сюда? Скорее всего, сюда, в проход. И здесь у нас будет как бы... То есть я это разбирать не буду. Это у нас будет, как говорится, второй рубеж обороны. То есть сначала сюда, потом отсюда сюда. Ну и здесь можно будет мины поставить и все такое. Сначала, пущай, все это дело поставят. Расстроят, отстроят. А потом будем наполнять ловушками и всем остальным. Вот. Единственное, конечно... Конечно... Да, с пласталью это прям облом, потому что, да, если золото у меня есть, кстати, надо его уже наконец-то вырубить, если выбрать, то вот пластали тут прям я залежей не находил. Я как-то подзабыл, что для этих самых, для тяжелых турелей нужна пласталь. У нас кто-то опять беременный. Все, мрамор. Ну, то есть она может где-то, конечно, и есть... Ну, где? Да, я думаю, они бы уже нашли, если бы оно тут было в свободном доступе. Пока нет. Черт подери, придется покупать. Потому что сканеров пока у меня тоже нет. Ну или можно, да, изучить сканер дальнего действия и поискать пласталь в соседних регионах. Это экспедиции, блин. Не люблю я эти самые экспедиции. Точнее, не то, чтобы я их не люблю, просто боюсь я тут кого куда отпускать. Пропадут еще с концами. Да, ну и здесь, соответственно, тоже не строится из-за отсутствия подпластали. Рядом объявилась группа жутких звероподобных монстров-химер. Это искореженные твари будут следить за вашей колонией и выжидать момент. Они очень нервные, могут напасть, если вы их спровоцируете. Зашибись. 13 химер. Кстати, их можно приручать. При этом пола у них нет, да? То есть это твари из... Опять же, из аномалии, да? Кстати, можно... Наверное... Нет. Кодекс. Да, вот она, химера. Огромное существо, напоминающее уродливый гибрид медведя и нескольких других животных. Жестокости его нет предела. Невозможно установить, является ли это существо комбинацией разных животных или имитацией животной жизни, созданной безумным машинным разумом. Балинский блин. Вот так вот сразу. Кстати, вот и дерево-предвестник тоже здесь. Корявые ветки таких деревьев покрывают нечто похожее на плоть, а питаются они трупами и сырым мясом. Если регулярно оставлять рядом с ними такие удобрения, вырастет целая роща. В племенах верят, что эти деревья – посланники безумного бесплотного божества, повелителя Черного океана. В конце легенды божество выходит из воды и опрокидывает небеса. Ну, это мы, в принципе, читали.
Вот, блин. То есть у нас даже вот этих трех еще нет, и уже пошли продвинутые. Вот это я догадываюсь, кто, судя по внешнему виду, это... А, нет, подожди, кровавая туша, вот она. Даже не знаю тогда, кто, блин, ну Химер... Ну, короче, Кассандра никак не уймется, это просто мрак какой-то. Деревья все сожрали, трупы. И чё, опять прятаться? Опять сидеть? Доступны новые исследования. Ваша находка Химеры открыла новые горизонты. Можно изучать сыворотку сокрушительной силы. Фига себе, куда сразу меня закинула игра. Очень интересно. Сила временной, точнее, сыворотка временно увеличивает силу и скорость, а также залечивающие во время действия раны. Эта сыворотка при введении ухудшает настроение. Интересно. Да, еще надо... Ну, кстати, да, я тут поставил второй стол, чтобы быстрее делать блоки. Еще надо делать этот... Да, и начал делать скульптуры, чтобы немножечко еще улучшить наше помещение. Надо еще химлабораторию ставить, а то нейтрамин я купил, а он так и пылится на складе. Надо переделывать пентоксицилин. Ну, ешкин кот, блин, как и мне... Как вы, блин, не вовремя, а? У кого-то нервный срыв. Ситилинк, что тебе не нравится? Ой, как много тебе не нравится. Солнечный свет тебе не нравится. Чуть тебе жарко, вымок. Короче, понятно, иди отдыхай. Майер, ты куда пошла? Ты пошла за блоками. Ну, с Химеры пока далеко. Давай будем поглядывать. Пока пусть работают, а мы будем, так сказать, мониторить. Как только они куда-нибудь попробуют дернуться, тогда будем прятаться. Ну, просто, зараза, 13 штук. Это, конечно, мясо, еда, все дела, но, блин. Так, высокоточное оружие. Высокоточное оружие — это хорошо. Глубокое бурение. Или, нет, давайте все-таки сканеры минералов дальнего действия. Будем все-таки через это дело попробуем пласталь найти. Ну, потому что торговать мне пока не на что. Да. Денег нет, но я держусь. Вроде пока все более-менее нормально. Пулеметы сразу делаются. Да, это прекрасно, особенно с учетом того, что я еще электричество сюда не подвел. Вы лучше периметр сделайте, а уж потом все остальное. Кстати, здесь стенку... Нет, пока это не достроят, я это разбирать не буду. Ну нахрен. От греха подальше. Давай, вот. Вот теперь можно... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, блин. Крыши эти, фигиши. Я, блин, забываю постоянно про них. И здесь тоже нам крыши не надо. И здесь не надо. Так, и разобрать... Вот это вот. Да, наверное, даже... Вот это вот. Как-то так. Ладненько, будем наблюдать пока. Ну, собственно, уже можно не наблюдать. Химеры атакуют. Зашибись. Ой-ой. Так, защиту... Ну, пока мы здесь, да. Надеюсь, они там не начнут ломать все по дороге. И пулеметы-то я не успел сделать. Точнее, эти не пулеметы, а как их называют. Автоматы я хотел сделать. Мэр, ты так ничего и это. Упорно выкидывает все оружие, засранка. Не хочет качать дальний бой. Да ты забодала. А потом сюда куда-нибудь. А, ну ладно. Так, Морозов, Поркер, да, еще у нас тоже вооруженный. Курт. Конечно, тоже что-нибудь надо, но у меня пока ничего нет. Так что будешь на подхвате. Одни луки, блин. Так, и здесь тоже, да. Тоже фигня. Докачать вас смысла пока нет. Ладно. Так, давайте мы посейвимся на всякий случай.
чую, еще потребуется мне это дело. Химеры, я так подозреваю, будут сильными. Так, Мэйр. Мэйр. Мэйр, ты взяла пистолет-пулемет? Взяла. Иди сюда. Иди сюда. Тот случай, когда, может быть, даже рабу стоит что-нибудь дать. Но пока не будем. Посмотрим. Мне звезда. Мне звезда. Просто сразу звезда. 11 химер осталось. И они пипец жирные. А я даже гранаты забыл в панике покидать. Да, немного гранат кинул Сетилинг. А главное, не с очень большим эффектом. О. Да, понятно. Ну, как минимум, надо попробовать гранаты откидать на самом начале. Видится, очень вовремя я решил строить киллбокс нормальный. Надо было сначала, наверное, сделать нормальный киллбокс, а потом уже, блин, открывать этот самый портал. Монолит. Так, нет, давай вы поменяетесь местами. А то ты оттуда нормально никуда гранату кинуть не можешь. Ну, допустим. Так, подойди. Мэйр, бежишь сюда. У меня похер. Похер им на эти гранаты. Смотри, даже половины нет. 20 штук таких. Это Кассандра, что с тобой не так вообще, а? Ты вообще в адеквате? А что вот они там понавесили на себя еще? Яростная скорость. Боль 0, скорость передвижения 175. Зашибись. Я, кстати, тормоз. Надо было по ним это... Как он называется? Ну, пердец. Из гранатомета пострелять. Хотя почти наверняка они бы сагрились на это дело. Мартин! Кто стоим, я не понял. Чё это было вообще? Какого рожна ты стоял на месте? Кстати, они в состоянии агро считаются? Или вообще... Это вообще животные? Нет. Принадлежит другой фракции. Какая прелесть. А ну и смысл, блин, агрить свою фракцию? Лечение. Понятное дело, что нужно лечение. Тут всем нужно лечение. Так. Ну, конечно, блин, зашибись ты встала. Убила? Нет, и вообще нет. Зато здесь не тут всех поубивали. Так, в каком состоянии народ?
5 часов, 8 часов, 3 часа. И осталось 3 химеры. И Баху с Мартином последние, мы с Мейером, точнее, последние наши бойцы. Отходи. Отходи. Да, не отойдешь ты, пожалуй. Да. В принципе, надо по-другому. Наверное, надо через это. То есть здесь стоять, как я обычно этих долбил. Давайте так попробуем. Ну, вот как-то так, допустим. К паровозикам встать. Единственное, наверное, все-таки Бахусы ходишь, надо местами поменять. Потому что Бахус у нас будет следующий с мечом, да, против... Когда Ситилинк вырубится. А я уверен, что это случится. Давайте, наверное... Кто у нас в медицине-то там? А, Реза еще, вот. Готовит 4 блюда, ничего, подождешь. Ты-то ты нам потребуешься, стой здесь. Ли! Да, пока они немножко отвлечены и увлечены этим всем. Бляха-муха, а я опять забыл. Опять я забыл про гранаты. Поркер далеко, да? Поркер не достанет. Так, тихо. Ситилинк. Поближе. Все. Кончились. Страшни с гранатами. Давай. Давай. Давай, я в тебя верю. Да. Недолго я в тебя верил. 4 часа. Бахус, давай. Нет, мечом, пожалуйста, мечом. Все. А вот так гораздо проще. Слушай. Что-то у меня большое желание пересмотреть концепцию киллбокса. Потому что так гораздо интереснее получается, да? То есть раз и все, пожалуйста. У меня всего два... Ну, пулеметы, конечно, все потеряли. А так, получается, всего два товарища покоцаны. И то Бахусу, в общем-то, не опасно. Просто в узком месте встать, да, и встречать всех и каждого. Интересно, интересно. Так гораздо даже эффективнее получается. Ну ладно, надо, главное, на данный момент мы справились. Вот. Все, твари тут поубивали. Достаточно оперативно. Хм, забавно. Не, ну прям интересно. Интересно. Жалко, все сдохли, изучать некого. Так, что ты тут у нас лечишь? А, Моррисон прибежала. Ну, главное, что прибежала. Давай. Лоп. Лоп. 5-4. 14. Все нормально. Да, и у него огромная потеря крови. И вот нам кровь-то и пригодилась. Переливание крови. А, это Морозов даже прибежал, не Моррисон. Давай, сделаем ему переливашку. Бахус сразу побежал работать. Да, кстати, работать. Вот так. Поньк. И снова можно бегать. Отлично. Так. Пулеметы сейчас не починят, но это, блин, расход-то такой нехилый компонентов в основном. Получается. Ну, зато мясо принесли. Куда пошел? Стену строить? Не, подожди, сначала надо это. А! У меня кончилось место на складе и еды. Кто бы, блин, мог подумать, что до такого вообще когда-нибудь дойдет.
У Сетилинка, да, из-за безязычия начались какие-то проблемы. Трудности, понимаешь, в речи. Ладно, продолжаем тогда отстраивать киллбокс, продолжаем исследовать все и вся, и в том числе, хотя, блин, Сетилинк вырублен, Бахус у нас недолечен. Ладно, пусть пока полечится. Надо этих двух лишних убрать. Все-таки кильнуть тварей. Лады, пущай строятся потихоньку. Единственное, тогда вот тут, наверное, я пока запрещу восстанавливать, чтобы они не тратили на это время силы и ресурсы. А еще изучили детектор приближения, наконец-то, да, и можно что у нас? Возвращение к пустоте ритуалы, либо экстракшн биоферита. Давайте экстракшн биоферита, потому что есть твари, из которых можно извлекать. Вот, ну и посмотрим, что там, блин, за детектор приближения. Биоферит и компонент нужен. Ну, кстати, один у меня есть. Довольно большая штука. Ну, в смысле, область покрытия довольно большая, да? Единственный вопрос, ставить ли мне ее сейчас. Биоферита чуть-чуть, буквально 20 есть, с шамблеров нападало, когда они подохли. Вопрос в том, куда его поставить. Можно, конечно, здесь поставить. Но здесь пока все не активно. Мало ли, когда они припрутся, да? Давай поставим где-нибудь здесь. Я тебе могу вообще сюда засунуть. Вообще, кстати, да. Давайте так сделаем. Разберем, поставим, чтобы его не ломали, если что. А потом поставим стенку обратно. Оперативненько строят. Я мины сразу уже поставить решил. Вот. Благо, ребят, у меня строителей много. Если не отвлекаться на ловушки, то они достаточно быстро тут стены все поставят. Побег твари. Взгляда крады пытаются сбежать. Причем, блин, не та тварь сбегает, которая должна была бы. Ну что ж, вы сами решили свою участь. А вот это плохо. Не-не-не, я знаю, где он. Да, защищенные двери, ребятки. Вы их долго будете проламывать. Я надеюсь, иначе я не вижу смысла в этом всем. Осталось вот это. Ну, это, как говорится, не важно. Так, Бахус. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ходишь сюда. Джампер, блин. Какой джампер? Где Мартин? Ой, Мартин далеко, блин. Сетилинк не вовремя психанул. Поркер еще дальше. Ладно. Пидориус там, блин, ломает все, только вредит, блин. Давай, быстрее. У нас тут, конечно, пулеметы есть, если что. Надо здесь где-то еще ставить. Здесь вообще надо что-то бешеное надо ставить, блин, оборону. А вот мне крайне не зашло то, что вот этот сбежал. Вот эти два я бы понял, но он отсюда сбежал, это прям пердец как. Нехорошо. Так, Мартин, ты у нас тоже стрелок. Сюда. Ну давай, открываем. Подходим. Блин. Бери в руки шашку. И бросайся в атаку. Ой. Ой. А не хотите пострелять, нет? Вам нормально? Все. Справились. Ну ладно. Так, Бахус у нас опять пострадал. Не сильно, но... А, ёшкин кот, он еще живой. Был. Нет, еще живой. Дорубай. А, добить.
Да, добиваем. Я как раз хотел их убрать, так что добиваем. Так, а тебя мы тогда переместим сюда. Все, убил. Переместить сюда. По идее, здесь все-таки должно быть попрочнее. А это мы тогда разбираем. Как пожрешь, перенеси. Ну, половину они поломали так-то. Все-таки. Лады. Лады. Тогда это можно у нас настроить копии. Эй. Вот так вот. И вот эти штуки тоже, наверное, надо ставить. Но они, видишь, какие? Они узконаправленные. Это прям пипец, как неудобно. И здесь тоже, блин, маловато места я выбрал. Ну, может, там еще что-нибудь открыто со временем. Ладно, дальше строимся и ждем чего-нибудь интересного. Так, а у нас Хоиш начинает увлекаться пустотой и хочет изучать ее получше с помощью ритуала вознесения. Воззвание. Ритуал воззвания к пустоте помогает искать и захватывать темных тварей. Пленников можно изучать в рамках исследовательских проектов в разделе аномалии, а также подключать к сборщику биоферита. Чтобы провести ритуал воззвания к пустоте, проведите соответствующие исследования, определите место для псионических ритуалов. Ну, это, собственно, как раз вот то, что мы смотрели. Вот это вот воззвание к пустоте. Так что интерес это, конечно, хорошо, но потом. Сделал двери вот здесь, и здесь для прохода. И, в принципе, здесь практически достроили. Остается чуть-чуть не хватило мне. Песчаника сейчас накопают. Будет у нас еще до конца доделано. Все. Вот. Теперь можно ставить, в общем-то, ловушечки. Единственное, здесь, конечно... Ну, наверное, здесь я оставлю. Здесь я оставлю, а вот здесь, наверное, давайте все-таки мы углубим немножко на одну линию. Вот так вот. А это, соответственно, мы все перенесем вот сюда. Вот так вот. Будут у нас здесь стоять. Здесь можно будет пройти их заправить. Заправить. Зарядить. Ну и здесь, конечно, еще мешками я все забью. Хотя, честно говоря, скорость они особо, наверное, не снижают. Больше для стрельбы, а чувствую, стреляющие юниты тут будут меньше, наименьшие из моих проблем. Давайте ставить ловушки. Ловушки мы будем тогда сейчас делать из известняка, потому что только он у меня и остался. Ловушек будет... много. Очень много. Их там-то было 18 штук, а тут еще больше. Ну, как-то так. И сколько это получается? 31. Охренеть. И они очень долго строятся. Очень долго строятся ловушки каменные. А дерева у меня маловато на этой карте. Ладно, что уж делать. Можно было бы, конечно, стальные сделать, но не, нет, нет, стой. Хотя, ладно, закидывайте сталью, пока она есть. Чувствую, и ее скоро не будет. Хотя, хоть стали-то на карте еще много. Да, долго учится, очень-очень-очень долго у нас идет изучение сканеров. Но это прям надо. Без него, я чувствую, будет совсем тухло. Да, ну и, конечно, минус этого всего, это то, что стены, да, вот, некоторые же нападающие у нас не хотят идти в киллбокс, они стены проламывают, это будет, конечно, неудобно. А еще это все запитать надо будет, энергию увеличить, давайте мы, наверное, сразу добавим, тихо, уберем, это тоже уберем. Сразу поставим здесь, эй, вот здесь хотя бы парочку солнечных панелей, и чтобы от них, собственно, и вести подпитку. Так, так,
И вот так, тихо. Ну, почти. Вот так. Пулеметов. Здесь дотянутся эти отсюда. С другой стороны, конечно, ежели мне врежут. Двойные стены надо делать. Надо было делать двойные стены. Здесь уже не очень удобно будет. Ну ладно. Ладно, авось как-нибудь отобьемся. Окей. Строимся дальше. Исследуемся дальше. И вот это вот все тоже дальше. А Морозов совершает открытие, изучая монолит. Он считает, что монолит — это проводник пси-энергии, связанный с каким-то удаленным источником. Но сказать, где этот источник, пока сложно. Морозов полагает, что изучив больше аномалий, можно разорвать эту связь или научиться ее использовать. Теперь изучение монолита приносит больше знаний. Хорошо. И мы закончили исследование биоферита. Ну, давайте изучать воззвание к пустоте, раз уж там... Ходишь, у нас проявляет интерес. Чего ж тут поделать? Так, размещение заключенных. Герцогиня из фракции Империи Бога была замечена в пасть. Вот это какая? Знак публичного отвержения. Она заключила своего любовника под стражу. Теперь она хочет, чтобы придержали его у себя в течение 7 дней, пока скандал не уляжется. Его, конечно, придется кормить. И все это ради либо милость короны 3, либо длинный лук, либо репутация. Нахрен надо. Оставьте себя. Мне это не интересно. Луков у меня, в общем-то, и так до жопы. Их девать некуда, блин. Так, излечение биоферита. А как это, собственно, происходит? Переместить. Подожди. Как извлекать биоферит? Тварь. Вот как. Извлекать биоферит. Так же, как и гемоген. Медицина, его даже лечить можно. Только содержание и исследование. А, вот же, блин. Ну ладно, все. Я тормоз. Вот так вот просто хлоп и кирдык. И не надо было мудрить. И сразу его лечить пришлось, да? 6 биоферита. А ты перенеси, пожалуйста. Сразу, раз уж вытащил, то сразу и перенеси. Фига у меня тут зачистка. Да, строечка, это, конечно, мне обошлась такие в ресурсики люто. Все эти самые кончились. Обломки. Скоро нечего будет. Скоро надо будет копать чисто ради того, чтобы этот, добыть обломки. Это мрамор. Мрамор, конечно, тоже хорошо, но из мрамора я ставить не хочу. Хочу оставить его на что-то более интересное. На отделку внутренних помещений, например. А строить чисто из известняка. И песчаника. Лады. Продолжаем постройку. Ну, тут уже часть этих ловушек есть. То есть уже как бы осталось только запитать это все. А сталь-то у меня есть? А, у меня и сталь кончилась. Вся. Вся сталь кончилась. Давайте рубить сталь. Где там наш сетилинг? Ну и как-то незаметно пролетели 10 дней, и беженцы нас покидают. Да, никто не решил остаться, ну и, как говорится, хрен бы с ним. Я не очень-то и настаивал. Главное, у нас есть Курт, который теперь тоже может делать ремесленником, быть, собственно, да, у меня случился бзд очередной, и я сижу без энергии до утра. Морозов психует, чего? Голодный. Ну так иди пожри, кто ж тебе не дает-то. Ой, как много у него всего. Я совсем забыл, кстати, да, по поводу религии, точнее идеологии. Как раз, в общем-то, Морозова можно и перековать. Давай попробуем. Рискнем, так сказать. Еще больше его в псих окунуть.
Ну-ка. Минус 63. Ну, точнее, осталось 63. Ладно, еще разик будет нормально. Да, я забыл, я между кадрами, между записями приходили торговцы оптовые. Я купил курицу и петуха. Так что у нас теперь еще и яйца есть. И цыплята на расплод. Вообще у меня до хрена молока. Просто до хрена. Вообще еды до хрена. Знаете что? Знаете что? Давайте я все-таки бахну. У меня благо и риса достаточно. Мяса, правда, не очень много. То есть, если что, будет у нас тогда... А хотя, да, у нас же молоко. Оно же считается тоже мясным, правильно? Давайте делать все-таки шикарные блюда. Будем тоже десяточку где-нибудь держать. И это у нас мясное блюдо шикарное. Мясо все понятно. Ну-ка. А, мясо, мясное блюдо только из мяса. То есть, блюда типа мясные не подходят. Точнее, животного происхождения. Нет, тогда не надо. Тогда только растительное. С мясом похуже. Точнее, вегетарианское растительное. 3 до 10. А, вот как раз понятно. Это вегетарианское блюдо. Ну понятно. Вегетарианское, не веганское, да? Почувствуйте разницу. 3 до 10 штук. Лады, лады. Окей. Будем еще и... Шикарную кухню, единственное, ее надо кому-то назначить. Так, задание это выполнено, и воодушевление красноречия у Поркера, ну, оно ему нахрен не сдалось. Да, назначение. Ну, разумеется, у нас Хойш кушает шикарно, и давайте поставим Селимиту как главе нашей, так сказать, церкви. Точнее, ну почему церкви? Это же не церковь, это просто идеология. Что мужик главный в доме. Вот. Так, сталь там накопали, но, да, еще не принесли. Много тут стали, это хорошо. Хотя пока не очень. Что-то у меня уже этот... деформация какая-то. Если стали меньше 1000, то это мало. Хотя, на самом деле, конечно, весьма прилично. Солнечная вспышка. Ну, зашибись, блин. Нет, Кассандра что-то явно, блин, перепила и сходит с ума. Она решила меня со свету сжить. Хотя вроде такая цель у нее и есть. Ну, ладно. А чтобы не совсем было не скучно. Да, я же что-то скучаю. Мне еще и насекомые полезли. Полезли у нас насекомые где-то тут, да? Ага. Прямо в комнате Мартина и Моррисон. Ну что ж. Насекомые — это практически даже приятная фигня. Настолько с ними легко и непринужденно раньше бывало. Хотя тут сейчас опять много ульев вылезет. Что в них прям вот радует, это то, что они, да, все-таки в одном месте вылезают. Это прям спасибо вам огромное. Так, раз, два, три, четыре. Все здесь, да? Расставляем. Ходишь сюда... Мартин сюда. Поркер сюда. Петелинка где? Петелинка забыли. Петелинка, иди сюда. Ты у нас главный, так сказать. Опа, они тут все проломили сразу. Ай-яй-яй. О-о-о. Так, Поркер. Гранаты в дело. Бахус, меч, шашку наголо. Стоять. Поркер, чутка поближе, пожалуйста. Хотя нет, не надо. Или ты будешь бить больше по своим. Так, Моррисон, ты вот совершенно не к месту вылезла. Иди отсюда. Вернее, иди сюда. О! Отходим. Петелинг. Зараза. Ай, нет. Нет, где кнопка отмены?
смысле идти сюда. Ближний бой. Бахус ползет, 5 часов, Моррисон. А, здесь нет прохода. Ну, ладно, попробуем. Нет. Ты неправильно идешь. Четвертый Ситилинк уже готов. Резат, бросай все, спасай Ситилинка. Все, всех убили. Разбегаемся, но, блин, надо же этот... Не опасная вообще фигня. Бахус тоже, да? Мартин, тогда иди сюда. А Хоэш тогда... Так, нет, за Бахусом, подожди, кто у нас? Ситилинк? Поркер. Тоже не опасно, ладно. И Моррисон. Бежи. Давай ты какой-нибудь один уже раздолбаешь. Так, что у нас? Хоешь не опасно. Поркер не опасно. Телинг 20 часов, 3 часа. Срочно лечить. Моррисон, бляха-муха. Морозов, блин, там еще придет хрен знает когда. 5 часов. Все, думаю, справится. Готово. Разрешить. Ну, что, нормально. Так, а. Стоямба. У нас тут недобиток. Добить. О. Вот теперь все. Все, Бахус спасен. Все спасены. Большая потеря крови. Значит, что надо правильно сделать? Вливание. Оп. Сукин ты кот, блин. Зашибись ты, конечно, сделал. Охрененно, блин. И задание доступно. Ужасный механоид. Да идите в жопу, блин. Дайте мне продышать. Чуть-чуть, блин, да? Вот чуть-чуть. И пипец был бы опять всему складу. Ух, как меня забодали ваши приколы. И ты раненый, ты посмотрите на него. Выливает переливание, реза спит. Это ест, блин. Вот лечи тебя теперь, придурка. За такие приколы. Бахус нормально, кровище налили, хорошо. Легкая потеря, переживешь сам. Вот стелинка большая, блин. Офигеть, блин. Теперь все это надо ремонтировать. Стену никто не хочет починить, а? Кстати, кондей сломали, блин. А кондей у меня этого, компоненты кончились. Все ушли даже не знаю куда. Потому что сюда их тоже так и не принесли. Ой-вей. Ладно. Так, а мы изучили воззвание к пустоте. Давайте смотреть, что у нас есть еще. Ну, во-первых, у нас есть сбор биоферита. Хотя мы и так его можем собирать, да? А это сборщик биоферита, чтобы получить этот материал с захваченных тварей, которые прикованы к фиксирующим платформам. Ага. То есть мы как раз какую-то постройку сделаем, да? Что за электрожнец? Генератор, развлекающий энергию из захваченных существ. Это злит тварей, затрудняет сдерживание. Интересно. Ладно, будем иметь в виду. Подавитель сонливости. Производите объекты на архоосколках, предотвращающие усталость, но вызывающие раздражение. Не вижу необходимости. Формовка биоферита. Создавайте из биоферита полезные инструменты, оружие, напольные панели и многое другое. Допустим, блаженство от лоботомии. Проводите поселенцам лоботомию. Лоботомированные люди становятся счастливее, но не способны на интеллектуальный и квалифицированный труд. Да нет, не буду, спасибо. Скульптуры пустоты. Посвящайте пустоте скульптуры из биоферита, чтобы улучшить качество псионических ритуалов. Так.
Привлечение животных. Проводить псионический ритуал, привлекающий стадо животных. А вот это очень интересно. Похищение и телепортации. Проводите псионический ритуал, в результате которого вы похитите случайно выбранного враждебного человека на карте. После ритуала жертва впадет в краткосрочную кому, что позволит вам взять ее в плен. Опять же, хорошая тема, да, помните, я постоянно вот этого вот сохранить бы, но я видел где-то, не помню, у кого-то я видел, то ли в ролике рекламном этого, анонсирующем, точнее, аномалию, а ну, да он даст, а нет, вру, опять же, в тестовый у меня пытались похитить поселенца, довольно долго он идет, поэтому, как бы, не самое интересное. Психофагия. Проводите псионический ритуал, который атрофирует психочувствительность цели и усиливает это качество в заклинателе. У жертвы пострадает мозг. Вообще, вот только вот привлечение животных мне сейчас улыбается. А еще у нас продвинутые псионические ритуалы можно сделать. Ну, тут пока не надо. Давайте привлечение животных изучим. А то у меня с мясом вечно напряги, а так можно будет провести ритуал, и придут зверушки. Вот, и, соответственно, значит, что у нас, когда мы закончим с киллбоксом, с восстановлением вот этого вот всего порушенного, что-то они вообще не дергаются даже. То есть тут строят парочка человек, остальные, блин, ходят заняты хрен знает чем. Будем тогда ритуальные наши помещения центральные делать, и там где-то же сделаем место для проведения псионических ритуалов, и будем там эти самые ритуалы проводить. Вот, ладненько, в принципе, я надеюсь, что больше ничего такого экстремального не случится, поэтому на этом, наверное, серию закончим. Я за кадром тогда дострою здесь эти самые ловушки и починю все, да. Ну и дальше тогда в следующий продолжим с данного помещения. 960 мрамора, хорошо, надо будет его покрыть весь. Бахус растерялся, бедняжка. Вот. Ну и да, еще здесь пулеметы поставить. Ну пулеметы, блин, мне компоненты, опять нужны компонентов. Нет. Беда. Налет трое механоидов. Ну вот. Вот что тут можно сказать хорошего? Жнецы. Дострою я, конечно, киллбокс два раза. Ох ты, ёшкин кот. Идет какое-то время на подготовку. Ну, давайте постреляем. Кто у нас самый-самый модный стрелок, а? Хоешь. Ой, ты у нас самый крутой стрелок. А ты у нас строишь ловушечку, да? Давай ты достроишь ловушечку и пойдешь займешь миномет из стали. Да, пока заблокировано. Это удачно. Ловушечку, да, лучше уж достроить. Вот, пошла. Вы там скучковались где-то? Ага. Вот мы вас сейчас потоварим немножко. Прям вот Кассандра мне на ход ноги, что называется, тему устроила. Что-то она вообще безумная в этот раз. Просто, блин, закидывает одно за другим. Одно за другим. Ну и чё? Долго будешь ещё сиську мять? Они идут на штурм. Ты ни разу не выстрелил. Какого хрена? Блин, я бы заблокировал наоборот. Зараза. Защита. Пальни хоть раз, я не знаю. Ну, вроде раз пальнул. Хрен знает, попал, не попало. Ладно, так. Тут у нас три пулемета всего. Куча мин. Здесь ни хрена нет. Как говорится, и куда же вас ставить-то? Ну, в принципе, там сколько получается-то у нас этих ушлепков? Ушлепочков. 11 рыл. Допустим, половина на ловушках сдохнет. Останется 5. Давайте, наверное, посмотрим, как это будет работать. Бахус в отключке, зараза. Давайте посмотрим, как это будет работать здесь.
Да, не особо тут это будет работать. Поиш, давай сюда. Наверное, даже так и надо, да? Вон бегут, бегут. Уркер. Ну и здесь будешь стоять у нас. Бам. Привлекать, так сказать, внимание. А, ты здесь... Ну, я не очень не любит эти кондиционеры. Здесь надо тут что-то поставить, защиту какую-то. Чтобы они не ломали мне больше кондиционеры. Понятно. Ага, понятно. Короче, схема не очень рабочая. Тихо, сетилинг. Ставим здесь. Да. Минус пулемет. Да, и насчет половины я, конечно, был излишне оптимистичен. Да. Весьма оптимистичен, я бы даже сказал. Так. Зараза. Входите! Верещагины долбанные. Где стилинг-то? Ой, Моррисон, спасай Мартина! Да при чем здесь жнец? 14 часов, да. Нормально. Ну, это, блин, да. Как бы показывает, что я все через жопу сделал. И вся эта схема не работает. Хрена он вырубил сетилинка с одного удара. Вот тебе и броня. Да ты пополз. Еще я забыл про гранаты. Электромагнитные. Так, Моррисон, где у нас? Бежит. Ладно, пущай бежит. Я думаю, да бежит. Ну, зато пластали немножко принесли. На одну как раз. Ну, у меня теперь компонентов не хватает. Люто не хватает. Да. Надо как-то что-то здесь по-другому все-таки сделать. Может быть, воспользуюсь, так сказать, мировым знанием, погуглю, как эти киллбоксы более правильно строить. Ну, или вспомню свой. Был же у меня достаточно эффективный. Ладненько. Серия тогда на этом все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилась, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочки есть в описании. Если у вас есть аккаунты на Тро или Твиче, подписывайтесь на мой канал и там. Заглядывайте к нам с Лаградки на наш Дискорд-сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.